сложно моментально, опять же, купол Арквардена. Ну и... Смотрим за игрой. Так, Виха в миде. Получает, вот Вихе будет неприятно здесь, понятное дело, если мидлан будет постоянно его харасить, причем еще и при помощи Пупея, то будет все прям очень-очень печально. Вот надо Мизери сюда подбегать. Вот, а что Мизери в глобальном плане придумает? Ну, от Пупея он отзонить еще более-менее может, а вот мидлану он ничего предъявить абсолютно не может. Ничего не может предъявить, это факт. Так, есть хук, цепнули мидвана, но граунд. Мидван тут же ставит дерево, прокушивает его и нормально будет отгонять сюда Мизери. У нас за Пупея бьет Мизери, у Мизери проблема, будет ли подтоп от Пупея. Еще один удар нужно сделать, Мизери уже на хайграунде, и это форсблат в исполнении мидвана. Подожди, мидвану надо убраться теперь отсюда, потому что Виха по спине очень больно ему под рефракшеном бьет. Будет ли еще тычка через псиблейд, мидван, фейрифайр, и все нормально, выживет здесь. Мидван отпивается уже флаской, а Пупей отталкивает отсюда Виху. Разгон. Слушай, побежал дальше. Тут еще раз хотят. А проблемы могут быть у Вихи. Ничего страшного. Надо его бить дальше. Надо бить дальше. И Виха должен здесь погибать. Хук на Пупея. Надо еще бить. Но тут Мунминдер уже пришел. И вряд ли уйдет отсюда Климент. А мне кажется, уйдет. А Климент. Почему нет? Так, еще один удар от Мунминдера. Ну, не отпустят все-таки. Все-таки не отпустят. Да, ну а тем временем есть там разгон. Должен... Так, на так, Виху. Так, так, Явдор рядом, его хукнули. Есть верхний, Виха должен погибать. Рефрашем пока работает, получается его сбить. И Явдор тоже отправляется. А постараться еще Пупей как-то побить? Нет, Пупей уже не Пупей толстый. Пупей толстый очень. Идут. Дела идут хорошо. Тут разгон на резолюшн, у него могут быть проблемы. Рядом Хету сейчас будет навес стрелами. Очень больно резолюшн, но миссы есть. Поэтому Пупей здесь не пойдет, есть сейф ТП. Резолюшн, бежать спасаться. Хету не слишком далеко. Пупей пока живет здесь Мизери. Это минус. Ловить обзора. Надо гореть сейчас Мизери. Не достает немножко реджон. Так, Резоль тут же рядом. Разгоняется Пупей. Это, скорее всего, в одну сторону. Пупей пытается как-то разменяться. Забирает там тем временем обзора. И Пупей тоже минус 3. Нави Альянс. Третий Интернешнл. И так, как ты будешь прорывать очи из мисы? Это прям очень громко стал звук игры. И вот сейчас хорошо прям звук игры. Виха. Он в инвизе. Есть разгон. И бежать. Рефракшн только через 2 секунды. Виха должен погибать, будет ли нет, не успеет он прожать рефракшн, Пупей не выпускает его из стана. Слушай, как они агрессивно играют. Ябзор уже здесь, он только что умер. Второго левела, он уже в чужом лесу, уже гангает Виху в миде. Пупей опять-таки прибежал. Пока прям очень круто отыгрывают секреты, если бы не та ошибка снизу. Что, 100 кеншентов? Да. Пупей. Так, хорошо, двоих подбашил. Тут же есть кисурка от Мунминдера. Мунминдер много дэмджа получал. Пупей огромные проблемы. Ее знал еще стик, немножко поживет Пупей. Пупей еще выживает. Мунминдера убили. Пупей очень классно спрятался в рушпит. Пропал из вижна. Не стали за ним дальше гнаться. Ну и теперь Пупей может вернуться в драку, зацепить Сакс. Он без маны. Хукшот влетает, но не туда, куда надо. Потому что МП... Не надо было сюда притягивать. Еще и повезло Мизери, что, собственно, МП не переключился на него, потому что, скорее всего, закончилось бы это еще одной смертью команды Planet Odd. 8-5 в пользу... Со смоком. Ну, я просто слышу этот звук этого разбега, и мне становится страшно. Так, Мизери врезались в Виху, далековато Пупей, получал очень сильно. Пупей, надо постараться как-то еще импакт в эту драку внести, и ничего у него не получается, он просто погибает. Ну, я немного поставил, так что ничего страшного. Так. Разгон. Ну, Сакс, к сожалению, не жилец. Вопрос только, на сколько секунд его намного, оставить, я наверное? Думаю. Нет. Нормально. Ну, почти. Почти получилось. В любом случае, фраг сделан. Это уже неплохо. Спиритбрейкеру важно сейчас прапаться и получить ультимейт свой заветный. Ну, хотя бы 12-й Аркейн Руна, Мидван. Есть иллюзия. И вот сейчас можно разминать. Задели Муна. Мун погибает. Сделает. Очень круто сыграл Пупи. Он разгонялся не в него, но при этом задел его. Дало. Чуть ли не хайлайтами обрастают, когда... Выход на мидвана. Виха, хук мимо. Есть разгон. У Мизери огромные проблемы. Уже начинается верхняя от Зевса. Есть ультимейт Зевса. Мидван живет. А Виха-то уйдет отсюда? Ну, Виха, наверное, уйдет. Его страхует резолюшн. А очень сложно это делать. А скоро у него еще и купол появится. Станет еще повеселее. Посмотрим снизу. Хизу с Мунминдером. Хизу пытается как-то спрятаться. Есть стики, есть фейзы. Может пытаться еще помансить. Да, мансит. Неплохо талончиком прокушал. Но сейчас еще одна фиссура. Будет и подходит колба, от Кристал Мейден. Должна быть новая для начала. Не достает. А ее нет. Есть. Достал. Все нормально. Добрали. Новая была в КД почему-то. Странная. Да, я думал, что хоть какой-то ТП будет. Там выход в мид. Тем временем втроем на одного. Мидван. Должна быть фиссурка здесь. Ну, не, он здесь должен погибать. Здесь уже все-таки хватит народу, чтобы с ним разобраться. Сакса еле живой, конечно. На нее еще и разгон есть, но вряд ли Спиритбрейкер справится. Да, поэтому и отменяет здесь. Решили атаковать. Все правильно. Есть разгон. Но проблема. Резолюшна будет проблема, да. Ну, нет косы, нет косы.
маны сейчас на косу, но и так мы видим неприятно. А там мизери спалили. Ой-ой-ой, бежать, бежать остановить нечем. У Пупея нет маны, нет разгона, ну, по крайней мере, он ушел. Не стал мизери хукать в темноту, решили где-то попытаться вот поймать соперника в другой точке. В смоке выход на вражеский шайн или пойдут все-таки в спину? Могут сейчас найти Мидвана. Мидван, есть Ахаслайм, Мидван, Фессура, но нет, отсюда не отпустят. Хороший фраг, очень хороший фраг для Саксы, 344 золота. Самое главное то, что остановили фарм Арквардена, и сейчас можно под шумок забрать Т1. И действительно, можно сейчас вышку постараться забрать. Ну, Шейкер свой блинк реализовывает очень неплохо. Остановил МПИ, здесь же Мизери, нужно хукнуть, нужно хукнуть. Начинается ультимейта, Виха рядом, тут же Пупей пытается помочь. Пупей прибежал немножко поздновато, Пупей тоже должен убивать. Зевс ультанул, но забрали только Мунминдра. Будет ли трэпа взрываться? Взрывается трэпа, засловили у нас Ябзора. И побежал месить его уже Резолюшн. Виха, даблкил, минус 3 делают здесь Planet Odd. Для темпларки, ну а ну, остается только догонять. Есть врейв, зацепили, мон, есть верхняя дэмэджа, хватит, будет ли коса? Есть коса, и надолго в тавер, 55 секунд. Свои плюсы, было бы и то, и другое, было бы совсем плохо, но так мы видим, хотя бы дуэль не отдал мон. А будет осторожнее впредь, впервые реализовал дуэль Хизу, с блинка ворвался, ну, в принципе, так же, как и сам Мунминдер на топе, возможно, сейчас будет какой-то экшен, и обзор на хосте. Здесь же проблемы у Вихи. Виха далеко под тавром. Затолкали еще его дальше под тавр. И еще один хороший минус. Купить два баша. Все как положено. У Мизери тоже траблы. Хизу должен догонять. Да, вот он с блинка. За Мизери. Контролит его. И обзор рядом. Ох, хороший. Ух, хорошо вернулся. И обзор, скорее всего, умирал бы он, если хуком там Мизери. Ну и мы видим минус 3. Секреты. Качели. Просто нереальные качели. Есть разгон. Мун, Пупей, ультимейт, успеет ли сюда хоть кто-то потянуться, может быть, башек будет какой-то, Пупей, получается, нормально, там, сейчас Мун еще подерется. Муна, кстати, есть ультимейт, и сейчас толпа потянется, и Муну можно будет прыгнуть в них. Миндер занял позицию. Мун, Миндер, вот он прыжок, и вот то, о чем я говорил. Великолепная игра от Миндера, просто великолепная. Как-то странно стали вдвоем, зная то, что совсем рядом Шейкер, прилетает на Виху, начинает Мидван, но это иллюзия, понятное дело, и иллюзия отправляется в таверну. Вышка тоже не устоит здесь. Ну, ты знаешь, вот так вот просто отдавать иллюзии, это тоже не совсем правильно. Ну, да ладно. Тут ничего суперкритичного. Тут сейчас Рошана забрать. Фессура и Абзора зацепили. В лицо. Сакса. Сакса будет ли новый, будет ли какое-то замедление. Здесь есть трэпа, пошел батл транс. Здесь еще и Резолюшн пытается стереть Мидвана с лица земли. Минус Мидван наживается. Новый год, и Абзор тоже отправится в таверну. И вышка туда же. И тут же Рошан. Все хорошо сейчас. Физ дэмэдж — это основной дэмэдж, который есть у Планета. Хотя, с другой стороны, физ дэмэдж, мы видим, что творит Шейкер, да? В каждую драку он рвается, и еще одна иллюзия. Мы видим, быстренько теряется, не может он мне не нафармить ничего. Ой, там дабл дэмэдж, батл транс, и вышка уничтожается. Т2 приходится нажимать фортификейшн, иначе... Все равно убьет. Я тоже думаю, что убьет, никто сюда дефать не пойдет. Да? Тихо. Спокойно, Мер забирает вышечку и будет уходить сюда. Рейдианс появляется. 24-я минута. В принципе, довольно неплохой Рейдианс, бывало и похуже. Но Мунминдеру надо успеть дать фиссуру. Нет, не успеет он. Он отправляется на 70 секунд. Еще и дарит дуэль. Тут же смог. Ух ты. Мидван успеет умереть или нет? До того, как пацаны придут, Мидван успеет умереть. Да, и теперь надо бэк делать команде Planet Odd. Ай, увидели Пупея, увидели Пупея. Есть инфа. Есть прекрасная инфа, где Пупей, Сакса, успеет ли кого-то цепануть, Пупея нет ультимейта, знает они об этом. Сакса прячется в Глимер, Резоль цепанул просто-напросто в спину, вгрызся Клименту и очень классно реагирует на передвижение секретов Planet Odd. Зарабатывает еще два фрага. Один-два раза поймать на сплитпуше Арквардена и там уже не отыграться. Так есть ТП на Шрайн, должна быть свечка, это Мизери. Мизери зацепили, да. Это должен быть фраг, есть хук, не попадает. Куда так далеко? Далековато, и обзор уйдет. А вот уйдет ли теперь отсюда Виха? Да, у него есть Аигис, это неплохо, но отпустят ли его? Сакса, есть колба, разгон Саксу, прожимается Глимер. И Сакса должен здесь погибать, будет Вижн, сейчас должен его появиться. Так, Сакса, трэпа рядом есть, Сакса на развороте дает еще дэмэдж, прыгает Виха, один удар, второй удар и отличный минус. Блин, ну настолько на тоненького играет Planet Odd и Виха, да, Виха с Эгисом уже нет. Уже нет. Но очень-очень нагло лез он. Ловит его просто этот гаденыш на шейкере, постоянно прыгает, не дает спокойно жить. И неприятно в миде, и обзор. Тут подсейвил Мидван. Аккуратнее надо быть, сейчас будет ли дуэлька. Есть дуэлька, есть разгон от Пупея, можно ультовать, наверное, вытащили отсюда. Ой, у МП огромные проблемы. Минус МП, он не смог дать косу и, скорее всего, выживет при этом. Слушай, Мунминдер еще и выживает. Мунминдер дерется с Пупеем. Забирает еще Пупея, и обзора запилили.
Великолепная игра, тут настолько мелочей вот в этом файте вовремя было сделано, то есть снеговичок, ой-ой-ой, Резоль в инвизе, нашли МПИ, надо вгрызаться в тепло, скорее всего, в... Да, в МПИ, просто бить его, бить из башни, вот из башни первый, баш второй, минус на метальный, врывается тут ПП, БКБ включает Резоль, Сакса пошел на выгод, великолепно, ПП не выпустят, ну и Киза пытается что-то сделать, но ничего здесь Киза не сделает, и это минус 3 в исполнении Планет Тот. Попахивает гудгеймом, да, надо задефать ботом сейчас моментально, потому что крипы, если на хайграунд зайдут, шанса не будет, а все. Резоль в инвизе. Ну, он готов сейчас, я думаю, даже потанковать с Аегисом, с Блокингбаром. Даже если один раз его быстро заберут, то дальше... Ой, еще бы Мидван разгрызть. Заметил. Поздно, наверное. Мидван живет. Засейвили его. Отпрыгнул еще дальше. Резоль слишком далеко побежал, по-моему. Мидвана пытается добить. Добил Мидвана. Без бэбэка Мидван пытается вгрызться еще в МП. Там тем временем разбирается с иллюзиями Мидвана. А, ну, тут мы видим без шансов для Секрет. И пишут они «Good game, well played». 1-0 в пользу Planet Odd. Классная игра, 50 фрагов за 30 минут. Но я немножечко не понял набора героев. Я даже не скажу драфта, набора героев. Ты же сам сказал, с Секретом ни к чему сейчас...